хочу поздравить тебя, мэтр, дядя Боря, с двухлетием. Огромное спасибо, вы потрясающе работаете. Я хочу, чтобы вы все... Мы не работаем, мы этим живем. С днем рождения! СВ-клуб, МС Мэтр, дядя Боря. Компания СВ-караоке, которую организовали несколько людей. Это один из них я, Слава, МС Мэтр. Другой из них Валентин. И еще дядя Боря у нас тоже есть. Наша третья техническая рука. Поаплодируйте, друзья. Это как раз подарок для нас. Приготовили. Я знал о том, что он у нас есть. Посмотри, какая прелесть. СВ-караоке 2 года. Поющий мэтр. Друзья, если кто-нибудь хочет попробовать сладкого мэтра, пожалуйста, он здесь у вас будет. Спасибо. Августа это дата, которую мы отмечаем, то, что начали 2 года назад ровно среди наших ребят. Появилось желание петь профессионально, балдеть. После 10 лет того, что вы меня знали, как-то вот так все пошло. И сегодня в этом зале спасибо вам, что вы есть, друзья. Я вам реально говорю спасибо, потому что если бы не вы, мы бы не мы. Это честно. Потому что те, кто приходят к нам и поют, главное, и не только, еще и слушают. А еще кто поддержит, вообще без базара. Вас с днем рождения, мы с вами караоке, и долгих вам лет счастья, веселья, задора и вот таких замечательных посетителей, как сегодня. С днем рождения. Спасибо. Чтобы все люди, которые приходят сюда. И не только. Отдыхали душой, телом, голосом, прежде всего. Спасибо, Гриш, спасибо. И все, чтобы было у вас хорошо. Спасибо, и оно будет, потому что мы, друзья, для вас все это делаем. Снимает иное ТВ сегодня.